Альбом группы I'm the Morning из Петербурга стал лучшим альбомом прогрессивного рока в Британии. Удостоенная почетной награды пластинка Lighthouse, уже их третья, однако в России группа известна мало кому. Творческий состав всего два человека. Вокалистка Марьяна Семкина и клавишник Глеб Калядин. Записывать альбомы помогают другие музыканты, в основном британские. Интересно, для воплощения своей мечты они даже запустили сбор средств на Кикстартере. Поставили цель почти 2500 фунтов. И что вы думаете, в первый же день ее достигли? В итоге собрали сумму почти в 3 раза больше заявленной. На эти деньги записали и второй альбом. Это так здорово, что действительно талантливые люди теперь могут найти свою поддержку. И я оказался среди тех, кто может помочь. Я также обожала ваш первый альбом. Это было великое открытие для меня. Я действительно надеюсь, что вы можете добиться гораздо большего в этой компании, потому что вы действительно талантливы и заслуживаете этого успеха. Первый альбом был так прекрасен. Я желаю всем вам самого лучшего и с нетерпением хочу услышать второй альбом.